Станице Северской прошло торжественное закрытие краевых соревнований по спортивной акробатике «Юность Кубани». В них приняли участие 180 спортсменов. Это ребята из Краснодара, Темрюка, Анапы, Тимашевска, Каневской, Геленджика, Динской и, конечно, хозяева из Северского района. Многие ребята показали достойный уровень подготовки, отметила вице-президент Федерации спортивной акробатики Краснодарского края Ирина Гаврик. В Станице Северской краевые соревнования проводятся впервые. Выступают дети от 8 до 16 лет по программе первого разряда спортивного, третьего и второго. Дети нас порадовали, есть хорошие дети, звездочки. Не у всех все получилось, как обычно. Дети маленькие, еще нужно много тренироваться, слушать тренеров. Самое главное, не пропускать занятия. Такой и для них это опыт соревнований, который всегда очень важен. Акробаты Северского района в очередной раз доказали свое мастерство, завоевав новые медали. Первое место по первому спортивному разряду заняла мужская пара Дорошевский Захар и Карась Алексей. Мужская группа – Бирюков Денис, Гамахария Давид, Садовничий Андрей, Панко Ренат. И смешанная пара – Котенева Елизавета и Платонов Артем. В лидерах по третьему спортивному разряду оказалась мужская пара Клименко Никита и Депутатов Артем. По второму спортивному разряду бронзу взяла женская группа «Вздорных Диана», «Осокор Алена», «Кераглы Маргарита». Серебро – смешанная пара «Волкова Ева» и «Тигров Александр». А золото – женская группа «Дводенко Соня», «Песчанских Полина», «Левченкова Варвара». Команду подготовили тренеры – Горохова Диана, Клинченков Николай, Коротченко Вероника.